дорогие друзья, добро пожаловать на канал. Сегодня хочу приготовить на ужин вариацию фрикасе с курицей и цукини. Получится просто бомбически, я уже не первый раз это готовлю. Очень вкусно, прям хочется реально есть это каждый день. Экипаж это тоже обожает очень сильно, поэтому вот сегодня покажу вам, поделюсь с вами этим рецептом. На гарнир я буду подавать отварной картофель с этим соусом, оно получится просто бомбически. Но... Друзья, как всегда, первым делом делаем кофеек и погнали работать. О, все, друзья, можно приступать к работе. Плюс ко всему, к курице у меня еще будет второе блюдо, это паста бешамель с соусом бешамель. Но ее я уже показывал детально, у меня есть видео на канале, поэтому так, вскользь тоже покажу. Давайте все подготавливать, берем курицу, достаем фарш и будем все готовить. Первым делом надо заправить курицу. У меня будут пульки, так называемые куриные ножки. Заправляем их просто соль, перец. Такие вот красивые. Я уже подготовил стебли сельдерея, цукини, лук, морковку. Надо будет почистить. Заправляю. У меня тут 14 штук. Не сильно солим, так чисто приправить, потому что весь основной вкус у нас будет в соусе. Поэтому мы их вот так вот перемешиваем. Буквально на 20 минут оставляем. Потому что сейчас будем подготавливать овощи. Приступаем. На фрикасе я, например, луковицу буду нарезать на такие полуперья. То есть луковицу пополам и вот такие вот полуперышки. А цукини буду нарезать уже небольшими такими кубиками, треугольничками. Так, я уже все нарезал. Морковку, лук на болоньезе. Сейчас осталось еще нарезать сельдерей. Но я могу уже поставить кастрюльки, чтобы они разогревались. Потому что я начну уже жарить курочку. И начну уже жарить болоньезе. Болоньезе. Гнезе. Как оно правильно вообще произносится? Но мы произносим болоньезе. Она же пишет через Г. Болоньезе. Ну ладно. Смотрите, жарить нам надо сейчас курочку на сливочном масле. То есть закидываем сливочное масло и обжариваем до золотистой корочки наши ножки куриные. И откладываем их потом в сторону. Добавлю немного растительного масла, чтобы сливочное не горело. Так. Супер. Сюда тоже маслечко. И будем обжаривать сейчас все. Найс.
сюда лучок. Это на болоньезе. Обжариваем, потом добавляем морковь. Вот таким вот образом плотненько выкладываем курочку. И это все дело хорошенько до золотистой корочки обжариваем. Со всех сторон переворачивая. И следим, чтобы ничего не сгорело. Так, вся курочка не поместилась, поэтому буду жарить в два этапа. Все, тут лук, морковка уже обжарилась, добавляю сельдерей, слегка обжариваю и буду добавлять уже фарш. И обжаривать фарш. Тут курочка обжаривается, все четенько. Пока все обжаривается, можно начистить картошки. О, уже качает. Все, последние пару кусочков курочки достаю. И теперь можно закидывать, обжаривать лучок. Мы пока в сторону откладываем. Сюда закидываем лучок вот так вот. И цукини вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И обжариваем, чтобы оно все хорошенько растушилось на средней температуре, на среднем огне. Так, сейчас это все вот так вот поменяем местами. Оп. Сюда я уже добавил фаршик, поэтому тушим. Затем уже добавлю томатный соус, бульончик. В фрикасе лучше тоже добавлять бульон, но у меня бульон только говяжий на болоньезе, туда лучше добавить куриный, но у меня его нет. Я буду добавлять воду, в этом нет ничего страшного. Оно тем более будет тушиться все вместе с курицей, поэтому напитает вкус, аромата. Так что если есть лишний куриный бульон, добавляйте, если нет, ничего страшного. Ну ничего страшного. Так, здесь мы все обжариваем, здесь мы все обжариваем. Все четенько. Все, смотрите, очень хорошо растушилось. Теперь сюда я добавляю муки. Буквально 50 грамм. Это все дело перемешиваю. Отлично. Соль, перец. В конце мы еще будем доводить это все до вкуса. Обязательно лаврушечку. Один листик сюда. Оп. И также нам нужен тимьян. Вот он. What? Лучше, конечно, свежий, но я добавлю такую вот большую щепотку. Все, можно добавлять воды.
шикарно. Заливаем. Тут у меня воды было 2 литра. Это все перемешиваем. Уже такой светло-коричневый оттенок от зажарки, муки. Пересыпаем сюда курочку. Вот так вот. Раскладываем ее аккуратненько. Конечно, если у вас будет бульон, то цвет будет еще насыщенней. Вот. Так, это все сюда. Добавляем весь жирок. Теперь разравниваем, чтобы курочка у нас вся была в воде равномерно. Передвигаем ее сюда. Закипит. Сразу накрываем крышкой. Я сейчас поставлю на большой огонь. Сейчас оно закипит. Накрою крышкой 10 минут под крышкой. Затем снимаю крышку и еще томлю на маленькой температуре 20 минут. 10 минут под крышкой на среднем огне, без крышки 20 минут на минимальном. Обязательно должно закипеть, потом накрывайте крышкой. Все, отлично, накрываю, переставляю. Все, на 10 минут. Пахнет просто невероятно. Сейчас оно еще выпарится, это будет соус. Друзья, 10 минут прошло, теперь без крышки 20 минут, песня. Картоху поставил вариться, болоньезе готов, осталось только сварить пасту и доготовить фрикасе. Так, все шикарно. Теперь мы достаем курочку. Всю вынимаем. Сейчас расскажу для чего. Посмотрите, какая она нежная. Класс. Теперь берем сливки. И добавляем сюда буквально 200 грамм. И хорошенько это все перемешиваем. То есть курочку мы достали, чтобы было удобнее это все размешать. Смотрите, какая красота получается. Теперь обязательно надо попробовать. Можно было, если что, сейчас досолить. Я еще добавил туда чесночка. О-о-о. Это настолько вкусно, друзья, просто с ума сойти. Еще чуть-чуть подсолить. И будет просто разрыв. Реально отвал башки. Теперь мы это все дело сюда возвращаем. Все, можно подавать. Смотрите, какая красота. Ну что, друзья, теперь смотрим. Насыпаю картофанчик. Есть.
берем курочку. Вот сюда вот. Вот так. Оп. Вот так вот. Соус так вот сверху. Оп. На картошечку, а? Еще сюда вот так вот. Раз. Друзья, это песня. Вилочку, друзья, вилочку. Вот так вот курочку нежнейшую. Оп. Картошечку сюда макаем. А потом этот соус до хлебушком вымакать. Друзья, доваривается паста. Буду уже выдавать ужин. Всем приятного аппетита. Готовьте со вкусом. Не забывайте подписываться на канал, на остальные мои каналы. Всем огромное спасибо за просмотр и до встречи в новом ролике. Да, такое реально можно каждый день есть.